Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 сентября. Сейчас я хочу быстро-быстро показать, как я решила в этом году сделать осеннюю подготовку почвы. Когда-то я успеваю подготовить осенью почву к высадке томатов, когда-то нет. Вот какую-то часть я сейчас приготовлю, а половина останется на весну. Я уже говорила, что уложила перегной и землю, но я говорю, что это делал сын, не я, в выходные. И на эту же грядку, на эту же территорию, которую я уже удобрила, я буду сейчас добавлять суперфосфат и перекапывать грунт. Суперфосфат очень часто мы осенью забываем добавить, добавляем весной. Но так как он очень длительного действия, обычно суперфосфат, добавленный весной, пишут все специалисты, он у нас не берется растениями, потому что ему нужен длительный период для того, чтобы... Ой, опять кошка дразнит собаку. Поэтому лучше всего осенью под перекопку. И мало его вот так разбросать, его нужно обязательно перекопать. Ой, да боже мой, кошку закрыла в теплице, чтобы она собаку не дразнила, она ведь как-то вылезла. Вот, я сейчас взяла вот эту грядку, которая была удобрена, разровняла все, рассыпала суперфосфатом по норме, которая там указана для культуренной почвы. Тут ведь не культурные есть, а культуренные. 40-50 граммов на метр квадратный. 2 столовые ложки вот на такой квадрат, метр на метр. Метр квадратный, рассыпаю 2 ложки, но рассыпать мало, нужно обязательно перекапывать. Вот я начала перекапывать, видите? И тут хорошо видно, вот это моя земля, которая наша, а вот это верхний слой, это который добавили перегной, там черную землю свежую. И видно, какая большая разница, наша земля такая серая, а это такая коричневатая. Я вот сейчас раз перекопаю. Вот так пройдусь, разобью комки и еще раз перекопаю. И по этой же перекопанной земле я еще брошу вот эту сидират-горчицу. Если успеет взойти, вырасти немножко, взойдет. Если не успеет, ну, значит, ладно. Сидирата, конечно, нужно сеять раньше, но мне нужно было успеть сначала добавить перегной, добавить землю, потом вот перекопать суперфосфатом, а потом уже сидират. Раньше я сделать не могла. Ну все, заканчиваю. До свидания. Собака не дает снимать, потому что злится на кошку. Пойду ловить кошку сейчас.